На центральной площади Владивостока отметили светлый христианский праздник. С Рождеством жителей и гостей краевого центра поздравил глава Владивостока и отметил, что в такие дни особенно важно быть вместе с родными и близкими. Дорогие друзья, счастья нам, счастья каждому из вас, ну а нашему любимому городу благополучия и процветания. Ну а нам всем в этом году возможность проявить любовь своим близким, ну и, конечно, к родному городу. С праздником, дорогие друзья, с Рождеством Христовым! На сцене звучала живая скрипичная классическая музыка, народные инструменты и песни, а также танцоры исполнили хореографические номера. Рождественский концерт собрал множество зрителей, которые пришли на площадь с семьями и друзьями. В дружеской атмосфере гости праздника водили хороводы вокруг новогодней елки, а самые спортивные катались на коньках и на ледяной горке. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.